спорим, так свое утро вы еще не начинали. Берем чайную ложку кофе. Можно добавить немного сахара, это по желанию. Заливаем кипятком буквально чуть-чуть, чтобы все это растворилось. Перемешиваем. Я добавляю один большой банан. Добавляем молоко. Это может быть абсолютно любое растительное или, как у меня, обычное из-под коровушки. Все это перебиваем блендером. Можете перелить в свой любимый стакан для поднятия настроения. И просто попробуйте. Это фантастика.